Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. «Прощай, Лёша!» Остановилось сердце замечательного человека. В Псковской области 3 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался врач-реаниматолог из города Опочки Алексей Поднебесный. Об этом сообщил псковский врач-анестезиолог Алексей Смолин. Последнее время он трудился в областном ковид-центре в Пскове. Остановилось сердце замечательного человека. Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою сохранить не сумел. Еще на одного хорошего человека стало меньше. Алексей Поднебесный приехал из Опочетской больницы для работы в псковский ковид-центр, чтобы помогать людям, заразившимся коронавирусом. Но 29 мая сам стал его жертвой. У врача обнаружили тяжелую стадию заболевания. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося от коронавируса врача Алексея Поднебесного. От имени всех жителей области хочу выразить искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая ему память. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших врачей от этого заболевания. Он добавил, что врач будет посмертно награжден медалью за заслуги перед Псковской областью. Кроме того, на совещании были обнародованы результаты проверок комиссиями причин возникновения очагов заражения в медицинских учреждениях. Выяснилось, что отдельные вспышки произошли из-за недобросовестного отношения к использованию средств индивидуальной защиты со стороны медиков. Это не дает нам возможности приступить к следующему этапу снятия ограничительных мер для того, чтобы экономика могла спокойно работать. Будем расценивать допущение таких очагов как преступную халатность, заявил Ведерников. Друзья, берегите себя и своих близких. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.